Доброе утро, мои дорогие хорошие телезрители! Сегодня мы приготовим суфле, шоколадное суфле в микроволновке. Это все очень быстро происходит и очень легко. Для начала примерно 2,5 ложки пшеничной муки я просею, у меня есть вот такой волшебный прибор. Сюда же я добавляю примерно 2 грамма разрыхлителя теста и высыпаю какао. Также примерно 2 столовые ложки, 2,5. Сухую смесь сейчас перемешаю. Сюда добавляю сахар, примерно 2,5 тоже столовых ложки. Разбиваю куриное яйцо, добавляю молоко и начинаю все это вымешивать. Добавляю рафинированного масла, примерно граммов 30. И хорошенечко все это взбиваю. Основа для нашего суфле напоминает чем-то расплавленный шоколад. Что я делаю далее? Наливаю сюда основу, примерно пол чашечки. Чашки обязательно те, которые подойдут в микроволновку. Вот в таком виде еще сырое шоколадное суфле мы отправляем в микроволновку на 800 ватт примерно на 3 минуты. Скажу прямо, вид у этого суфле, ну вот прям по-домашнему. И вы спросите меня: Мить, а с чем употреблять вот это вот суфле? А я вам отвечу, прекрасно подойдет к суфле шоколадному. Сок тыквенный от торговой марки Baltimore Amour. Яркий и насыщенный вкус этих соков никого никогда не оставит равнодушным. Натуральные овощи с грядки в сочетании с фруктами и ягодами делают эти соки полезными для здоровья. Тыква и облепиха, морковь и банан, клубника – это любимые вкусы дальневосточников, насыщенные витаминами и пользой для здоровья как для взрослых, так и для детей. Соки Baltimore – натуральные овощные соки на Дальнем Востоке. Спрашивайте продукцию завода Baltimore Amour в магазинах края. На этом, в принципе, и все. Вкусный десерт на столе, в дополнение к нему овощной тыквенный сок. Правдин приготовил, приятно подкрепиться.